Сынок, ну-ка подойди к окну. Когда-нибудь все это станет твоим. Не зря же я твою мать в рабство продал. Ты обменял ее на целый город? Нет, я говорю про стеклопакет. Блять, как-то я продешевил. Хотите интересную работу, которая приносит много денег? Хочу. Хотите иметь успех у женщин? Да. И добиваться всего, чего только не пожелаете? Да. Тогда встаньте с дивана. Лохотрон. Я не знаю, чего ждать от будущего поединка. Быть может, спросить тех, кто забрал мой паспорт? Физическая сила не важна, когда ты слабый. Самый лучший допинг – это поддержка родных и близких. А еще гормон роста. И если у меня спросят, почему я всегда смотрю под ноги, то я отвечу. Я профессионально дерусь с карликами. Дважды судим за насилие над детьми. Кто-нибудь дома? Не хотите поговорить о боге? Боге? Блять, походу это не наш клиент. Не двигайся. Мне страшно. Я хочу поговорить о боге. Валим! Хераси, сколько снега навалило. Замечательный день для прогулки. Хорошая погода. Хэштег ЗОЖ. Все. Ну что, я собираюсь? Мы никуда не пойдем, ненавижу зиму. Я ненавижу зиму! Просто хочу лайков. Ебла. Чё ты постоянно в Инстаграм залипаешь? Ну, понимаешь, просто для меня это не просто приложение. Я вот смотрю на все эти фотографии и вспоминаю лучшие моменты из своей жизни, своих старых друзей. Серьезно, вот это лучшая часть моей жизни. Это просто чудо. Это тоже? Да, нет, я бухой в раковину насрал. Ты играл во Флэппи Бёрд? Да, забавная игрушка. Ну чё, не разбил телефон? Это всего лишь игра. Ой, помоги разобраться. Чё это? Это палка для селфи. Ты снимаешь селфи? Ну да. Ах ты, сука, тупая! Ой, фу, блядь, ты опять забыл смыть за собой! Ой, фу, блядь, ты опять забыл смыть за мной! Кукурузка. Ой, какой красивый закат! Это не закат, это мы детский дом подожгли. Вдруг Эбла добралась до нашего города? А вдруг это Эбла? Я не хочу стать негром! От Эблы не становится негром, от нее умирают. Нет, ты врешь, чтобы успокоить меня. Мама, ты знала, что негры питаются арбузами и курицей, евреи жадные воняют, а у азиаток писька поперек? Где ты этого нахватался? От папы. Мне нужно с ним срочно поговорить. А смысл? Ты же женщина. Ах ты... Чё смотришь? Физрука. Я знаю, что будет дальше. Он позовет самого красивого мальчика в подсобку и изнасилует его. С чего ты взял? А? Юлик, чё смотришь? Тихо, блядь, хватит фоткать! Я это в Инстаграм выложу. А сколько там подписчиков? 500 000. Да. Главное. Вот, сидит себя, лупит по башке целый день, пока сознание не потеряет, а потом обкакивается. А мы, бывает, какашки не успеваем убрать, так он весь измажется. Ну, и давно он так. Ну, уж скоро 5 лет будет. Ну, ничего, мы теперь и таких в армию берем. Нет, вы там совсем охуели! Что случилось? Порезался. Ну, дай поцелую. А, что случилось? Порезался. Дай поцелую. Привет, слушай, у меня так спинка разболелась, у тебя такие сильные, но нежные руки. Может, приедешь ко мне, сделаешь массажик? Нахуй иди, то домой тебя пусти переночевать, то помоги бикини выбрать, я тебе не раб, сука! Кто звонил? Сестра. Эту картину я написал маслом. Как круто! Эту картину я написал маслом. Подсолнечным? Нет. Сливочным? Нет. Блядь, что ты делаешь?